На, снимай. Прихватывай. Ты уже нажал? Да. Так, снимаю. Паша одел муху. Из какого-то там 10-го заброса, пожалуй, что на нее ничего не клюет, зацепил, ну, по виду треха вроде. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Вон он там болтается с мухой в пасти. Я думаю, больше трех. Ну и вообще здорово. А, ну да, хорошая. Хорошая. А ты говоришь. Подсачивать сам будешь или помочь? Да, сам. Давай сам. Я снимаю. Так. Тык-тык-тык-тык. О. Вот девочка. Кстати, очень неплохо борется. Опа, есть. Ай, молодец. Это на муху. О, слушай, не, это больше трехи. Это больше. Это хорошая, хорошая. На муху, смотри. Ну-ка. Во. Видишь, муха, да? На основе бомбарды и разного цвета меха этого, блин, песца. Вот, и вот такая вот. Ну так ее не видно, какая она здесь, но очень привлекательно играет в воде. И жарковое удилище, вот обрати внимание, смотри. Паша просто ее прицепил на... вместо джерка и поймал. Вон джерк, блядь. Какая-то картив, катушка и сука поймалась, ё-моё. Короче, у Паши не джерк, не нахлыст, а щука ловится. Ладно. Давай, заканчивай. Куда тут нажимать на стоп? На красную.